Бельгийская овчарка. Наиболее ранние упоминания о бельгийских овчарках обнаружены в Бельгии в начале 19 века. Заводчиком данной породы по праву можно считать Реля, профессора ветеринарного мединститута. В те времена эта порода собак служила в основном бедному населению, поэтому для участия в выставках им не хватало определенного положения. Но уже в начале 20 века эти овчарки были записаны в книгу Королевского сообщества Святого Губерта. В настоящем данная порода широко используется военными или полицией. А вот изначально бельгийские овчарки были отличными пастухами и сторожами для фермеров. При ранней социализации овчарка может стать для своего хозяина отличным компаньоном и будет безгранично ему преданна. Различаются четыре типа породы. Лакенуа жесткошерстный, малинуа короткошерстный, гриндаль длинношерстный, тервюрин длинношерстный. Бельгийская овчарка – это собака гармоничного телосложения, которая имеет средний размер. Голова немного длинная, высоко посаженная. Череп средней ширины и пропорционален голове. Морда средняя, постепенно сужается к носу. Губы тонкие, пигментированные, челюсть довольно крепкая, с сильными зубами. А прикус может быть как ножницеобразным, так и прямым. Уши маленькие, высоко посаженные, глаза миндалевидные, темного цвета, чаще всего карие. Туловище мощное, но на вид не тяжелое, спина крепкая, короткая, холка резко выраженная, грудь объемная, глубокая, хвост толстый, средней длины, лапы длинные, крепкие. Кожа плотно прилегает к телу, но в то же время эластична. Окрас зависит от подвида породы. Лакенуа жесткошерстный имеет красно-рыжий окрас. На морде или хвосте могут быть темные пятна. Шерсть прямая, без завитков. Малинуа короткошерстный имеет рыжий окрас, а на морде у него характерная черная маска. Хвост и нижняя часть туловища имеют немного светлые оттенки, а кончики пальцев вообще могут быть белыми. Шерсть прямая, жесткая. Гриндаль длинношерстный отличается от своих собратьев длинной черной шерстью, хотя допускают наличие нескольких светлых пятен на туловище. Тервюрин длинношерстный имеет 6 рыжих и серых оттенков с характерными зачерненными кончиками. По стандарту рост кобелей достигает до 62 см, а сук 58. Вес по стандарту должен варьироваться у кобелей от 25 до 30 кг, а у сук от 20 до 25. Собаки этой породы весьма контактные, они с удовольствием будут служить вам. Овчарки очень любопытны, им нравятся подвижные игры на свежем воздухе. Дрессировке данная порода поддается прекрасно, легко обучается новым командам. Стоит учесть легкоранимый характер собаки при дрессуре, поэтому не применяйте к ней грубую силу, так как этим вы можете лишь озлобить вашего питомца. Если же вы немного инертный человек и не любите активный отдых, то эта собака не для вас. С вами она очень быстро заскучает. Им нужен такой хозяин, который разделит с ними досуг и будет проводить ежедневные активные прогулки на свежем воздухе. Если в доме есть дети, это не беда. Бельгийская овчарка отлично с ними ладит. Она будет для вас не только хорошим компаньоном, но и замечательным телохранителем. Каких-либо определенных условий содержания данной породы нет. Единственная рекомендация – это содержание овчарки в загородном доме, возможно, даже в вольере. Для городских квартир она не слишком приспособлена, потому что ей постоянно необходимы активные прогулки. Она прекрасно переносит любые погодные условия. Часто купать ее не обязательно. Достаточно будет просто расчесывать время от времени. Уход за глазами, ушами и тому подобным такой же, как и у других собак. По мере загрязнения их нужно протирать или влажной салфеткой, или ушной палочкой. Вообще, бельгийские овчарки обладают достаточно хорошим здоровьем, но все же подвержены некоторым заболеваниям, таким как катаракта, атрофия сетчатки, тазобедренная дисплазия, эпилепсия, болезни цитовидки. Овчарки нуждаются в ежедневном разнообразном рационе. В их пище обязательно должны присутствовать мясо и молочные продукты, рыба без костей и яйца. Не стоит забывать и о пшеничных и перловых кашах, хлебобулочных изделиях, богатых углеводами, а также сливочном и растительном масле. Если же вы планируете кормить вашего питомца только натуральными продуктами, то стоит побеспокоиться и о витаминах, которые нужно будет давать собаке. Это могут быть как специальные витамины, так и обычные фрукты или овощи. Если же вы решили перейти на сухой корм, то изначально стоит проконсультироваться с ветеринаром, так как корма могут вызвать у овчарок вздутие живота или спазмы. И, конечно же, рядом с миской корма всегда должна быть свежая чашка воды. Человек, который решил завести данную породу собак, часто обязан вести активный способ жизни, иначе ваш питомец заскучает. Так что готовьтесь к долгим прогулкам на свежем воздухе и активным играм, а ваш питомец на это ответит вам не только лаской, но и будет для вашей семьи прекрасным охранником.